Всем привет, с вами SteelPro, и сегодня я покажу мод на 3D оружие для Майнкрафта по Expedition. После установки этого мода в вашем крафте появляется возможность носить за спиной некоторые виды оружия. Ну что ж, давайте начнем, но сначала мы включим вид от третьего лица, с помощью которого мы начнем обзор нашего мода. Да, коровка, да, это так. Ну что ж, вы берете любую вещь и тапаете ею по любому блоку, после чего она появляется за вашей спиной. И с помощью этого мода вы сможете экономить ваше место. Ну и с помощью кнопки, которая находится в правом углу, вы сможете эту вещь снять. Да, друзья, то же самое происходит и с совершенно обычной палкой. Я не знаю, зачем это надо, но вы сможете носить целую палку за свои спиной. Ну и также это происходит и с луком, друзья, но происходит иногда некоторые баги, не только с луком, но и с мечом и с разными другими вещами. К примеру, меч очень хорошо сидит, но он тоже бывает иногда багает. К примеру, вы сможете также за спину положить вот эту алмазную кирку, которая прошла сквозь мое тело. Друзья, это очень странно, но вы также можете снять ее и также надеть даже от вида от первого лица, друзья. Это очень классный мод. Да, ну, по идее, он не такой уж классный, но все же с помощью него можно облегчить себе выживание. Но с мотыгами этого не происходит, потому что они выполняют совершенно другую функцию. Ну да, друзья, ну что ж, вот такой классный мод был у нас сегодня. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.